как бы это дальше не кончилось ядерной войной, нам уже... Запорожье, они все, они не уйдут, не скажут, то, что Россия уходит, они скажут нет. Или это понятно, что они не примут результаты референдума, и весь мир не принимает. Ни Америка, ни Чора, даже если выборы пройдут и все согласятся, мы не признаем. Никто не признает. Короче, самая большая мобилизация — это Курск, Белгород будет и Воронежская область, приграничные территории. С Москвы 50 человек уехало, а сегодня с Россоши, с маленькой, 300 только. 300 человек забрали, блин, одним днем. Ольховатка, вот эти вот все, Криничная, короче, с деревень забирают. Потому что Москва сейчас поднимет сразу забастовку, выйдут на Красную площадь. А мы молчим, потому что маленький провинциальный городок. Валить надо с приграничных городов. Нельзя. Приказ губернатора Воронежской области подписан. Все невыездные. Никому нельзя выезжать. Не с области, с города. Где приписано, оттуда выезжать нельзя. С Россоши в деревню нельзя, с деревни в Россош нельзя. Везде пограничники стоят. А за бегство, ну, от мобилизации, от уклонения... 15. 3 года. От 3 до 15, да. Ну, 3, это, наверное, если тебя в ближайшее время поймают, а если через 10 лет прятаться будешь 10 лет, ну, тогда, наверное, уже строгач будет. Пока 3 года. Уклонение от мобилизации. Поэтому все сидят, вон по домам позакрывались, сидят, все плачут и ждут. Понятно. Страшно, что-то вообще ужасное происходит. И главное, что только приграничные территории. Питер вообще не трогают, Москву вообще не трогают. А мы тут как эти, блин. Никому не нужны, можно и пожертвовать. Тут же оказывается то, что там в военнике написано, что там кто повар, кто пекарь, кто это же еще ни о чем не говорит. Там есть код военный ВУС, военная специальность. Так вот мы папин код расшифровали, он оказывается старше зенитной установки. А вот я его глаза не видел, но кого же интересно в военкомате, сейчас же отбор идет по этим вот кодам. Это нормальная, кстати, тема. Отлично, конечно, в 46 лет. Еще он там, блин, со своей коленкой с больной ходит, хромает. Ну, слушай, на войне там бегать будет.